В двух словах хочу рассказать о таком растении, ну, дерево, как павловния, адамово дерево. Ну, тут его Беларуси пытается, Украина. Значит, 3 метра прироста, но я так понимаю, оно с Китая, где-то там с субтропиков, непонятно. Ну, смотрите, вот ему 2 года, что отросло, то отмерзло весной. Ну, там 10 сантиметров одревеснело. Дальше вот 15 сентября первый заморозок, оно смерзло, как тыква. Все, что тут останется? Вот там от этих вот опять в 15-м году, значит, оно было там с земли буквально сантиметр. В этом году он осталось, ну, будет 10 сантиметров. Я его накрою, как бы, ну, спасу, конечно. Есть ли смысл вот это влазить, садить тут такие проекты грандиозные? Не знаю. Ну, одно, как бы, я пока к себе, как обычно, не удержался для контроля. Но думаю, что в Белоруссии нет особо смысла его садить. Есть тут намного лучше деревья, которые тоже гонят в рост, и можно получать больше эффект. Еще информация, что касается павловни. Вот она, я обломал смерзшие листики. Ну, это у меня двухлеточка. Значит, что сказали профессионалы, декоративщики? Значит, 3-4 года ее надо трохи прикрывать, чтобы укрепилась корневая. Как бы, чтобы она... Ну, тут уже одревеснела вон достаточно. И потом она попрет... Что конь, она в Польше в ботанических садах есть, Россия юг ее садит, Украина садит. Ну а тут бокам Беларуси балуемся. Очень красиво, говорят, цветет. Ну, буду ждать павловния. Вот это ей уже 2 годика исполнилось. Буду стараться лелеять. Здесь, видите, вот где был чеснок. Вот сходит рожь, где я сеял. Вот сейчас дождик прошел. Видите, густо, как щеточка. Это так, в общем-то. Ну, вот, что касается павловни. Ну, в одном экземпляре можно держать. Так, для баловства.